spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена рыболовная сумка, выпускаемая под отечественным брендом Aquatic. Модель называется S19 и позиционируется производителем как аксессуар для карповой ловли. Однако, за счет своей большой вместимости и функционала, ее можно брать не только на рыбалку, но и при выездах на природу или в путешествия. Вес пустой сумки составляет неполные 3,5 кг. Давайте поближе ее рассмотрим. Aquatic S19 имеет следующие габариты. Длина 64 см, ширина 34 и высота 42 см. Изготавливается из полиэстеровых тканей. Такой материал достаточно прочный, износостойкий, а главное обладает непромокаемыми свойствами. Так что если вы попадете под незначительные осадки, содержимое должно оставаться сухим. Более того, днище дополнительно усилено и прорезинено. А потому такую сумку можно смело ставить на землю или класть на дно лодки. Здесь же мы видим 6 жестких ножек, которые также снижают загрязнение нижней части сумки и дополнительно придают относительно противоскользящий эффект. Для переноски на короткие расстояния по бокам пришиты крепкие ручки и стропы шириной 40 мм. Обратите внимание, для большего удобства они могут складываться вместе и фиксироваться специальной вставкой с лентой велкро. Кроме этого, сумка комплектуется надежным плечевым ремнем. Он не съемный, но регулируемый по длине. Оснащен жесткой передвижной вставкой с нижней противоскользящей поверхностью. По бокам симметрично расположились двойные объемные отделения. Внешние сетчатые. В них можно сложить перчатки, небольшую емкость с напитком или какую-нибудь мелочевку. Главное, чтобы они не цеплялись и не рвали ючью. Далее идут карманы под простыми молниями. Здесь уже место побольше и поместится пачка с силиконовыми приманками, крючки, фурнитура или компактная электроника, например, фотоаппарат или портативный навигатор. С фронтальной стороны мы видим светоотражающую вставку и два отсека под замками. Собачки сумки оснащены тканевыми ухватками с логотипом компании Aquatic. Первый – более узкий кармашек, подходящее место для поводков и длинных инструментов, типа лип-гриппа, ножа или карцан. Во втором расположатся коробки с приманками, вплоть до достаточно крупных, более габаритные аксессуары, свернутый дождевик или ветровка. На клапане основного отделения мы видим горизонтальный карман для различных нужных вещей, которые всегда будут под рукой. Здесь разместятся сигнализаторы и поклевки, а жесткая стенка убережет содержимое от случайных ударов. А можно хранить документы, лекарства или самое необходимое, что можно достать, не открывая основного отделения, которое закрыто молнией с двумя бегунками и содержит несколько отдельных элементов. Первое – съемная секция для хранения катушек, которых здесь помещается 6 штук. Стенки выполнены из мягкого материала и соединяются между собой текстильными застежками. Также в комплектацию входит жесткий кофр для грузов и кормушек. Перед нами чехол с габаритами 26 на 19 и на 10 сантиметров, оснащенный ручкой для переноски и закрытый на простой замок. Внутреннее пространство разграничено на 4 отсека мягкими перегородками с лентой велкро. И еще одна очень удобная и полезная составляющая – хранилище для различных емкостей с ароматикой. Это разборная пластиковая конструкция с 9 ячейками. В них удобно держать ароматизаторы, бустеры, дипы и сиропы. И обратите внимание, внизу предусмотрен поддон, который пригодится, если содержимое одного из флаконов протечет наружу. Заглянем в пустую сумку. По бокам мы видим карманы под различную мелочевку. С одной стороны это одинарное отделение, а с другой разделенное на три части. Есть и небольшая перемычка, которая крепится с помощью липучек. При необходимости ее можно убрать или поставить на место. Кстати, внутреннее пространство модели S19 достаточно большое и способно вместить практически все, что вам может пригодиться при выезде. Рыболовные принадлежности, запасную одежду или продукты питания. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.